Вот на твоем месте, да, вот такой морда, здорово, да? Иди работать, другой работать, понял, да? Что вот этот по своему режиму, что ты их спокойствие не охранял, понял, вы да? Мне указывайте, здесь распишите, возьмите. Сол ойынша куәгерлетінде сіз шақырыласыз. Қандай шоғы? Так, Миша, айтайын, короче, вот ты пособник режима, понял? Вместе с твоим начальником, понял ты меня? Ты пособник режима. И ты сен, нет, сен, нет, я тем, нет, сен, не провоцируйте меня. Я провоцирую тебя капитально, я тебе не то, что провоцирую, я тебе в лицо говорю, да? Вот на твоем месте, да, вот такой морда здорово, да? Иди работай, другой работай, понял, да? Что вот этот пособный режим, что ты их спокойствие не охранял, понял, да? Вы мне не указывайте, здесь распишите, возьмите. А зачем мы надо не глотать? Я только знаю. Че, а что машина номер 600? Машина без номера другого, да? Жирнулся. Че, машина без номера другого, Сергей? Вы что, вершитель закона, что ли? Не буду я подписывать. Во-первых, да, вот ты приехал на своем нормальном машине, говоришь, да? Нормальной машине, да, уздерн, да? С номером? Вот, вот с номером, как положено, да? Вот, какая разница, я, машин, вот, повесь спирт тоже на вот ты, да, вот, ты, вот ты нарушаешь, да? Вот ты... Хорош, блин. Всем просто... Алмамбетн, ну что, на алмаем мы мили? Алмаем? Хочешь сел принять, что ли? Я же могу с тобой подраться, понял, да? Если я подожду, я же буду драться, понял, да? А мама похорон, понял, да? Мама похорон, да? Как гражданский? Ну что, кусы хотим? Подделка? Подделка, понял, да? Машина вообще без номеров. Что ты хочешь? Подраться, подерешься со мной? Ни хрена себе, бля. Бля, знаешь, сейчас два удара, 8 берег будет, понял, нахрен? Айхалим, попробуй. Ты голос не повышай, понял, да? На мою жену. Айхалим, не повышай. Приступ, приступ, приступ. Ни хрена себе, охренели, бля. Я тебе попозже на трупадам. Только попробуйте. Марадан, юхтавутр еще не хватало. Марадан, юхтавутр. Всем доброго дня. Сегодня 9 мая 2019 года. Ну, по поводу сегодняшнего дежурства ментов возле моего дома, хочу сказать то, что они постоянно дежурят по всем праздникам возле моего дома. Несколько раз были приводы, забирались дома, якобы там где-то свидетель, якобы там где-то ДТП было, или еще что-то, или разъяснение. Это много-много раз было. Сегодня с утра, как обычно, они дежурят возле моего дома, на двух машинах, без номеров. Это, я думаю, что это не две машины, там еще одна, где-то даже две машины стоят, обычно на четырех машинах они дежурят. Вот. Я что хочу сказать, они пособники режима, я в видео сказал уже, они пособники режима. Они за свое жалкое существование готовы отрабатывать и идти на любые подлости против своего народа. Я как гражданин Республики Казахстан имею свое право на высказывание. Даже сегодня хотел почтить память. Но решили они меня не выпустить. Но все равно их день скоро настанет. Час икс придет когда-нибудь. Я к этому дню готов давным-давно. Коротко скажу так.